Российское правительство утвердило новые правила начисления материнского капитала. Если семья собирается потратить его на улучшение жилищных условий, деньги переведут в течение 10 рабочих дней. Раньше срок составлял 1 месяц. Об этом Дмитрий Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами. Глава правительства напомнил, программа «Материнский капитал» действует уже 10 лет. За это время такой мерой государственной поддержки воспользовались миллионы семей. Смогли улучшить свои жилищные условия, направить деньги на образование детей, на социальную адаптацию детей-инвалидов, на увеличение пенсионных накоплений. Всего это почти 5 миллионов семей. Очень значимая цифра. Я уж не говорю про финансовые измерения, это огромная сумма. И, конечно, эта программа внесла немалый вклад в улучшение демографической ситуации. Я напомню, что мы приняли решение ее продления еще на 2 года, до 31 декабря 2018 года. Ну и будем думать, как дальше смотреть вперед по этому направлению. Дмитрий Медведев также сообщил, новые территории опережающего развития будут созданы в Челябинской, Смоленской, Мурманской областях и в Республике Коми. Малому и среднему бизнесу предоставят дополнительные льготы. Разработаны меры по снижению административных барьеров.